куда. Пока мы на озеро доберемся, так будет 4. Смотря кто куда. На вокзал получится. Троллейбусы можете не ждать, и они не ходят. В том году уже не ходили. А чем же мы добираем? В том году, да. Ну, не сказали. Один раз его прикопали, а потом еще подли, что есть. Как же для лечения. Вован, иди проходить мандал. Паспорт, судя, держи. Машину сюда можно подогнать? Нет? Сейчас я узнаю. Четыре часа мы решили на автобусе. Мы примерно такое же время, только мы в тенечке развалились. Мы сыграли. Да покрывать. Да получается. Да. Ничего, один сейчас я не знаю. Как сейчас на паспорт посмотрит и упадет. 62. Ну, если получится там 20, значит 20. Не 10, значит 10. Хорошо? Ну, просто я вам подаю, да, как на 20, а там уже. Да, а там уже, да, я скажу. Да, все, хорошо. Так, в Харьков, да? Да. А, так. Еще вот мальчик, 12 лет. На десяточку, да? Да, десяточку. Значит, это инвалид. Инвалид по слуху. Вот документы его. Пожалуйста. Давайте сразу вот сюда. Еще что-то. Может, десятку бежит? Десять, да, до 14 у нас вот. Да, до 14. Может, до 14 есть, что займет. Имел. Ну, понятно. Да, да, да. Кобец. Вот, пожалуйста. Кобец. Да. Еще 900. 92. Число месяца свое как определяете? 9-10. 9-10. 9-10. 12 лет. Давай еще раз. Ну я вот это 20, сейчас 10, помечу. 10. Да. Вот документы. Значит, кстати, можете пометить, матч чемпион Украины в возрастной группе, значит, устал в Луганске. Это проводимая ассоциация бегунов Украины. То есть устал чемпионом Украины в своей возрастной группе 12-15 лет. Вот, по инвалидам или... Нет, среди здоровых. Своих возрастных, да? Среди здоровых, да. И он на Украине? В возрастной группе 12-15 лет. Дистанция? 10 метров. Вот в Луганске, 27-го проходила. Ассоциация бегунов Украины проводила. Вот документы все его, видите? Не жал я там в Луганске как-то. Еще Варшалоград был. Что еще, какие документы его надо? Вот свидетельство есть. Паспорт. Все, понял.
потому что завтра у нас там врач будет рассматривать. Поэтому все мы с нами. Еще маршрутки какой нам доезжать? До гостиницы туда, да? Нет, ну, туда Белогорье. А мы же автобус, вы откуда будете ехать? Ну сейчас поедете. Сейчас поедете? Да. Ну 103-м можно маршрутка ехать. Вот до кольца вы доезжаете, 2 километра идете туда. 103-м. И да. Все, автобус. И маршрутка какой? Вот это 103-й автобус, маршрут. И маршрутка идет. Автобус? Да. И маршрутка. То есть тоже, сейчас на таких автобусах одинаково все. То есть они большие есть, а есть маленькие. Вот 103-й. Значит, смотрите, там может где-то в каком-то месте вас могут попросить уйти, потому что сейчас там проводят чемпионат России по волейболу. Остановка есть, какая там? Завод металлоконструкции. Или фрез, вот это остановка. Фрез, по-моему. Где троллейбус на проводах кончается, да. И там направо. Одни идут, 13-й же дальше у нас идет. Еще а 14-й, идут, да. А 14 на витамины, где поворот на витамины, он поворачивает. Так, да какая остановка? Сейчас я уточню. Фрез или... Я его бросил на 10 минут. Ничего страшного. Андрей, их помыли, сходили туда в гостиницу, набрали там в кране чистой воды. Молодцы. Смотри, какой закат и да, красиво. Смотри, какие розовые тучи. Теперь? Посмотрите. Ага. Красивые. Да. Теперь поставить на чай. Смотри, сколько набрали, Андрей. Да, я вам, видите, да. Оцени. О, молодцы. А покажи ему по посуду, как помыли. Да ты что.
Вот это да, вот Смотри. Это молодцы, чистота, да. Молодцы, молодец, Андрюша. Смирно. Внимание на середину. Товарищ председатель организационного комитета, участник международного марафона «Белогорье-2005» на парад построены. Докладывает главный судья соревнований Палкин. Здравствуйте, участники марафона. Дорогие наши любители бега, сегодня для вас новый праздник. Сегодня он проводится в день, когда вся наша страна празднует 60-летие со дня победы в Великой Отечественной войне. И этот марафон посвящен, конечно, этой дате.
Многие из вас, участники, сегодня не первый раз выйдут на старт. И каждое новое движение по этой трассе дает возможность вам совершенствовать свое спортивное мастерство и достигать более высоких своих побед. Наша команда марафонцев пополняется из года в год. Я желаю вам счастья, добра и, конечно, легкой дороги в этих сегодняшних состязаниях. Поворот на расстоянии 7 километров, 3 полных круга. Сейчас участники, через 2 минуты старт будет выполнен. Результат
7 минут 27 секунд. Вика улучшила свой результат. И вот участница под номером 153 Феронова Александра финиширует второй среди девушек на этой дистанции. Я не знаю, 44, 27.
результат ее 37-27. И Феронова Александра бежала вне конкурса, была второй на дистанции 10 километров. Результаты можно посмотреть на белой газели, которая слева от старта находится. Номера сдаем на судейский столик, те, кто пробежал. Yeah.
возрастной группе до 14 лет у нас лидировал Заенцев Михаил, Красная гвардия, с результатом 42-29. Вторым был Осин Алексей, 42-44 его результат. На третьем месте сразу два спортсмена. У нас оказалось с одинаковым результатом Герасимов Данил и Томанов Евгений. Приближается к повороту группа спортсменов, которые бегут марафонскую дистанцию. Среди них Демонов Иван и Ерубинка Валентина, неоднократная победительница наших соревнований. Через несколько минут мы ожидаем финиша на дистанции 20 километров. Очень много сильных спортсменов участвует сегодня на этой дистанции. От поворота на марафонской дистанции приближается Лополь Сергей Герасимов Сергей. Ни разу они не пропустили этот марафонский пробег, уже 15 раз участвуют. Поприветствуем белгородских спортсменов. Сейчас поспеем, ладно.
Игорь Кишкаров финиширует на дистанции 20 километров. 6 раз он побеждал на марафонской дистанции на нашем пробеге. Возрастной группе 35-49 лет. Среди женщин первой была Маркова Татьяна из Харькова, результат 46-53. Сапова Нина из Шебекина была второй, 48-18 ее результат. И Новоченко Анна была третьей, 53-08 ее результат. Звягинцев Миша, Красная гвардия,
42-29 результат. Вторым был Осин Алексей из Курска, 42-44 результат его. И третьим был Данил Герасимов из Белгорода, 43-37. Лет и старше. Первое место мужчин на десятке Лукашов Владимир. Второй 53-41 его результат. Кондрашов Василий Короба Игоря. Его рекорд час 1:50. Час 10:24 результат Александра. Через 10 минут будет производиться награждение победителей и призеров на дистанции 10 километров. Результат можно узнать на белой газели слева от финиша 10-го. Видно было вот рисунок. Давай! Я хорошо делаю. Маша, какое время? Он не узнал. Да, чтобы же ноги были. Беговые напрягитесь. О! Давай. Шихан Владимир приближается к финишу. Это белгородский спортсмен. Занимается спортивным ориентированием. И вот еще одна девушка, которая у нас преодолела дистанцию 20 километров. Поддержим спортсменов. Они пробежали трудную дистанцию.
Приглашаются на награждение победители призера на дистанции 10 километров. Среди юношей и девушек Звягинцев Михаил. Маша. Аслин на Алексей. Аслин Алексей. Герасимов Данил. Кудрин Артем. Гуляк Сергей. Кольцарев Алексей. Тремка Николай. Бобров Валерий. Колбасов Николай. Лукашов Владимир. Кондрашов Василий. Якубович Аркадий. Награждение у нас будет происходить вот тут из зала, напротив финиша, напротив студенческого столика. Пожалуйста, победители, призеры на дистанции 10 километров приглашайтесь на награждение. А вот это вот у меня, наверное, лет 500. Ребята, вы должны не носили, одевал вот это самое под рубашку. Не будем брать песни. Внимание на награду. Я был, мне понравилось. Итак, участники возрастной группы 70 лет и старше. За первое место награждается Лукашов Владимир. За второе место награждается Кондрашов Василий. Тут надо было тебе нахуй. За третье место награждается Якубович Аркадий. Где? Я положил Андрей. Закрыл машину? Да. Субтитры
За второе место награждается Бобров Валерий. За третье место награждается Колбасов Николай. Давыдова Валентина, подойдите, пожалуйста, к судейскому столику. Валентина Давыдова, пожалуйста, подойдите к судейскому столику. Итак, внимание, производится награждение в возрастной группе до 14 лет на дистанции 10 километров. Первое место заняла Алферова Настя. Второе место заняла Шиханина Екатерина. Троих всех. Третье место заняла Бессарабинка Оля. Первое место заняла Маркова Татьяна. Второе место заняла Сапова Нина. За третье место награждается Новаченко Анна. Второе место заняла Молчанова Лариса. Thank you.
место заняла Александрова Татьяна. Первый час 20:50. Бобровский Владимир, второй час. 10 километров. И сейчас он выступил, показав тоже лучший результат. Пробежав дистанцию 10 километров за 41 минуту 46 секунд. Прошу, пожалуйста, на награждение. Никишов Андрей из Курска, второй. Никишов Андрей стал вторым на дистанции 42 километра 195 метров. А победитель Владимир. Да я такое сделала, сироп, хороший напиток. Ну что, давай. Выиграл первое место, 14 или ты первый. Отдыхай, на речи купай. Баню ходи. Покушаем, хорошо. Наемся, и поеду. Так, еще надо, пожалуй, соль достать. Андрюш, а сколько бежал ты? Бежал сколько? Километров? 10 километров. О, молодец. Ты улучшил время свое? А? Улучшил время.